В минувшие выходные каждый желающий мог проверить себя на прочность. В Кулига-парке состоялся экстремальный забег «Стальной характер». Было много эмоций, всплеска адреналина и новых знакомств. Дистанцию можно было выбрать по силам. Татьяна Воротилова все увидела и готова рассказать подробности. К этому моменту некоторые готовились годами, а кто-то пришел на старт без особой подготовки. Для каждого организован маршрут с препятствиями разной сложности и длины – 3, 5, 7 и 9 километров. Чтобы бежали быстрее. Кому-то сложно подниматься вверх по канатам, кому-то сложно преодолевать большие подъемы. Поэтому я думаю, что каждый человек найдет для себя что-то индивидуальное. Пока одни преодолевают снежную дорогу в гору, другие разминаются на старте. Сюда пришли семьями и компаниями. Многие не впервые, как эти офисные работники. Для них такой отдых – возможность личного развития и командного. Преодоление сложностей, наверное, в нерабочем таком формате, что как не это может сплочать коллектив, да, потом работать намного проще, когда ты проходишь какие-то трудности в такую погоду, не лежишь дома, а именно с коллегами проводишь это время. Да, потрясающе, особенно я только что была свидетелем старта 9 километров. Удачи ребятам, было очень классно, очень патриотично, позитивно. Я думаю, что мы командой нашей побежим именно следующий забег, это летний забег. Мы готовимся к этому. Там много раз в гору было, да, и в гору, и с горы. Ну, что, молодые еще, нормально все. Будем старичками, так может потяжелее будет. 700 участников в этот раз объединил «Стальной характер» в Тюмени. И на память у каждого бегуна теперь такая увесистая медаль. Татьяна Воротилова, Сергей Жернаков, Тюменская служба новостей.